Всем салют! Вы находитесь на канале Все сам. И сегодня я расскажу, как делать скриншот на телефоне А8. Хороший телефон. В следующем видеоуроке узнаете, кто подпишется, как увеличить время работы до 5 раз. Это значит, если сегодня заряжаете его раз в день, то будете раз 5 дней. Итак, как делать скриншот? Для этого нужно нажать кнопочку питания, вот она, и уменьшить звук. Именно не полностью звуковую, а именно низ. Уменьшить звук. Вот так это происходит. И есть. Сразу вы можете начать редактировать. Вот редактор и разные функции. Но это уже такое. Также можете сделать длинный скриншот, но обязательное условие – страница должна прокручиваться. Вот, зайдем, например, в настройки. Настройки прокручиваются, вот, крутятся, да. Делаем обычный скриншот. Сделали. И здесь нажимаем вот эту кнопочку. Вот, нажимаем, и экран крутится. Сам низ можно прокрутить. Все. Да, все, прокрутили в сам низ. Все, скриншот сделан. Можно его посмотреть в галерее. Еще можно делать жестами, ладонью. Только вот у меня эта функция почему-то не срабатывает. Вот как это делается. Попробуйте у себя. Идем в настройки. И выбираем дополнительные функции. Здесь движения и жесты. И нас интересует снимок ладонью. Вот здесь показано, как это делается ладонью. Но у меня оно не получается. На других телефонах получалось, здесь не получается. Вот так. На этом все. До свидания. Спасибо за посещение. Подписывайтесь, кто желает.